Всем привет! Мы продолжаем проходить жизнь после, она же Days Gone. Нам нужно взять какое-то побочное задание в лагере Ады Такер. Я сюда приехал, и давайте брать задание. Ада Такер, доступна работа. Что нужно? Все что угодно. Дик, у нас проблема. Я здесь, Такер. Что? Помнишь, Алкай говорил, что мы обнаружили упокоителей, и они идут сюда? Да, сказал, что не пытался их остановить. Ну, мы видели их возле Hot Springs. Пара человек проследили за ними. У них лагерь в скалах к югу от Twin Craters. Чёртовы упокоители. Не переживай, я разберусь. У меня с ними свои счеты. Счеты? Это ты о чем? Да так, неважно. Так, свои счеты, Hot Springs. Нам нужно добраться до упокоителей, да, я так полагаю. Ладно, садимся. Куда ехать? Ну, можно будет здесь потом заправиться. Ладно, поехали. Ты же Дикон, да? Да. Эй, Зенни. Так, ну патронов-то набрали. У нас еще в кофрах еще кое-что есть, так что. Эй, постой! Все норм. Скорее всего, ну не скорее всего, а точно мы сейчас будем зачищать лагерь упокоителей очередной. Не знаю, это будет последняя с ними миссия или нет. Мне кажется, еще будут какие-то миссии. Вроде как в этой миссии Дикону должны руку прижечь. Может быть позже, я могу ошибаться. Но в целом вся линейка вот этих миссий с упокоителями, она неплохо довольно прописана. Хоть это и побочные задания, но делать их забавно. Так, это получается нам от заправки нужно будет ехать выше, да? Ладно, сейчас доберемся. Стой, два. Есть что-нибудь в этой машине? Нет, пустая. Так, мне ниже надо. Что, Ой. Получил? Ой. Ой, простите. Плюс ухо, что сказать. Правда, минус. Минус повреждения. Ладно, я думаю, что мы тут. Металлолома наберем. Заправиться надо. Подходи по одному. О, двоих сразу. Ударить получилось. Оп, 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 до свидания. Снова биту чинить надо, да ё-ма. Ладно. Лома в игре на всех хватит. Кстати, надо не забывать искать круглый диск, чтобы забацать себе биту получше. Не знаю, где его точно искать. Может быть, попадется случайно. Не знаю. Как получится. Тихо, да куда ж ты? Лезай. Бери. Бери, говорю. Заправляемся. Вот так. Готово. Потому что от лагеря упокоителей тоже надо будет доехать куда-то. Сейчас, если лома наберем, то можно будет еще и тачку починить. Ну, в смысле, мотоцикл. Врум. Что-то пусто по дороге. Лома нет.
Ну ничего. Я тут уже в округе, наверное, все обобрал просто. Пить. Вот сюда. Ага. Долбаные упокоители. 8 человек. Полезли к моему другу. Я вас всех, ублюдков, перебью. 8 человек не очень много. Но, возможно, будет подмога какая-то. Что-то как-то лайтовенько 8 человек. Они меня сразу уже на подходе спалили, ну точно. Они там уже шухер навели. Вы в обход тогда что делать? Можно, конечно, в наглую пойти зачищать. Ну, попробуем менее шумно, чтобы поменьше было расходников использовано. О, простяжечка, вижу. Там что-то движется. Тихо, я растяжку срезал. Здорово, здорово. Давай вот тут вот мы залезем. Он же меня не видит. Он же туповатый. Первый пошел, как говорится. Ладно. Я все думаю, поменять или нет свой автомат на калаш. Ничего страшного, и так сойдет. Так, он второй у нас. Мы сейчас... Вам просто на растяжку ни на какую не нарваться. Мы сейчас в обход его секирбашка сделаем. Как ощущения, да как они? Их, блядь, двое прутся. Как могут ощущения? Я был сегодня вообще уже преисполнен эти работы. Видишь, не пустили. Дожили, на работу не пускают. Пригодится. Что? Что? Я просто цветы собираю, чувак. Что? Тут что-то есть. Чё, попробуем без единого патрона. Можно, в принципе, поржать и снайпера ёбнуть в башку последним патроном. Скинхеды недоделанные. Освободился. Сейчас вы освободитесь, все в порядке. Надо вам только немножко подразойтись чуть-чуть. И все будут свободны. Блять, он ко мне прям идет. А не, нормально. Он решил погреться просто. Его бы башкой в костер, кстати, вот. Отлично было. Во. Вот прям идеальный исход событий. Правда, мне его не обшивать. А, не, можно. Если бы анимация еще с этим прилагалась, было бы прикольно вообще. Кстати, там орда ходит. Поэтому чем меньше шума, тем лучше для меня так-то. Конечно, они на большом расстоянии, они вряд ли прибегут ко мне. Он освобожден! Да, и ты тоже освобожден. Они вряд ли ко мне прибегут, но давай-ка не будем мы рисковать. Стрельбу тут устраивать. Народу там хватает, я смотрю. Где еще тогда четверо? Вот я... Ладно. Точнее, где еще трое? Снайпер здесь стоял. Сейчас ты будешь нам. Отвали! Хочешь упокоиться? Блин, сейчас помогу. Ну и ладно. А снайпер все, убежал, что ли, отсюда? Давайте, паскуды. Паскуда, тварь. На паскуда, тварь, рассчитайся. Чё он?
Так, и чё? Два человека. Один снайпер из них точно. А второй, наверное, орёт на меня. Я могу указать тебе путь. Выходи, не прячься. Я вижу свет. Мне явилось... Ага. Я на раз пистолет. Бля, вот там... Ну давай, сволочь, давай! Ранение! Такое ощущение, да, что толпа согрелась. Ладно. Бля, во, попадос, они в натуре согрелись. Такер, слышишь? Сейчас нужно заныкаться и молиться, что они, бля, чтобы они сюда не подошли. Я его зачистил, всех до единого убрал. Неплохо. Похоже, это дело для тебя было личное. Элкай передавал мне слухи, что упокоители охотятся на бешеных псов. Скажем так, не с тем парнем они связались. Отбой. Так, ну вроде они ушли. Есть. Шума я не слышу больше. Вроде слиняли. Ну, где-то очень близко они. А чё они тут? А, вот это вот такая треножная херня, она имеет... как его? Приманка. Они там толпой роятся. Ладно, мы им не будем мешать. Я вот тоже не люблю, когда я ем, меня отвлекает. Поэтому пусть они там кушают. Занимаются своими делами. Угу. В этом лагере у нас нету ни люка, ничего такого. Все, по идее, надо просто сваливать, да? Угу. Странно, я думал, как-то это задание будет дальше развиваться, а оно вжух и как-то все. Давай, встреча с О'Брайеном. Мы сейчас сюда поедем. Разницы никакой, но давай съездим чуть дальше. Может быть, там какие-то гнезда не зачищены, еще что-то. Потом уже Бухаре будем помогать. Сейчас, по идее, надо, не нарвавшись на толпу, аккуратно отсюда выбраться. А только беда в том, что они как раз трутся в том месте, где у меня байк стоит. Да? Или все нормально? Сейчас они ломанутся, я же, наверное, не отбрехаюсь от них. Я, конечно, попробую. И сохранить никак. Туда бы этот, хотя бы коктейль молотов бы бросить. Правда, я не уверен, как он может подействовать. Неохота просто лагерь заново чистить. Твою мать. Все, текаем. Походу они согрелись. Чуть было не было. Нормально, я удрал. Повезло, повезло. Какая тишина гробовая. Не, нормально. Но у нас фрики не могут, в принципе, там больше двух-трех ходить по тоннелям, так что тут-то бояться, в принципе, нечего. И мы заправимся. Такие вот канистры будут валяться только в том месте, где, где они должны валяться. Если даже ты ее на дорогу бросил, эта канистра все равно окажется вот в этом ровном месте.
Он на этом тягаче. Я думал, то, что канистра, если бросаешь прямо на дороге, то она и будет на дороге валяться. По-моему, на Плоке так было. Но это не точно. Ладно, поехали. Чё тут километр еще пердолить? Главное, что я заправлен. Чуть лому бы не мешало найти. Но не так, чтобы критично. Вжух, вжух. По-моему, сейчас уже чаще появляются небольшие группы из фриков. Особо не беспокоит, но чувствую, в скором времени придется их почистить. Ну вот как сейчас толпа была небольшая. В принципе, это ордой не называть, но тем не менее они уже могут насолить во время прохождения какой-нибудь миссии. Можно встрять. Кстати, я не помню, чтобы у нас на Плойке был туман. Ну, Плойке от PS4 версии. Как-то вот незнакомый антуражик мне. Походу, они еще туман в погоду добавили. Ну, круто, чё. Правда, не видно ни хрена, но забавно. Давай. Опа, ухо. А еще, ухо. То они вечно тут будут шакалить. Он ко мне на переднее колесо прилип. Пассажир. Ну, здесь постоянно 2-3 фрика будут шакалить в этом проходе. Это вот в игре так прописано. Потом, по-моему, мы как-то здесь будем ехать. Что-то вот, вот в этом, вот в этой точке, вот в этом пятаке какой-то будет замес, я не помню. С Бухарем, что ли, мы будем ехать. Какой-то косяк, короче, будет. Я помню, что вот прям убегал отсюда от толпы. Так, ну аптечки-то мне не нужны. Лом пригодится. Так, я туда уже-то точно не пойду, смысла не вижу. Давай так, что поблизости тут валяется. Вот лом мы сейчас здесь возьмем. Главное, чтобы снайпера тебя не сбивали, пока ты едешь. Это сразу же получается у тебя байк... они... роняет, у тебя у байка остается 6%, ты влетаешь, получается, ну, на десятку лома где-то. Кстати, надо велик починить. Фрик. А, где-то уже 88. А, ну да, я ж тут фриков сбивал. Один лом всего. Недорого взяли. Так вот, если у тебя байк роняет, ты попадаешь примерно, ну, примерно на 7 единиц лома. Плюс еще пока всех перебьешь, еще и патроны минусом пойдут. Не очень выгодная затея. Лучше фрика замечать где-то... Ой, не фрика, а этого... снайпера замечать чуть раньше, чем он тебя. Давай, наверное, здесь мы поищем диск. Он вполне может тут быть. Я ж хотел еще давненько сюда заехать, посмотреть. Бля, или я смотрел тут уже. Мне нужно в биту запердолить диск. Чтобы у меня было хорошее ближнего боя оружие. А то так дела не делаются. Способность, значит, прокачал. Точнее, не способность, а я там какой-то лагерь фриков зачистил, и мне дали эту возможность.
лепить чуть получше оружие ближнего боя. А я все диск этот найти не могу. Я помню, что он где-то мне как-то на глаза попадался, и я все это... Где хрен его знает тоже. Ну это, блин, просто прикинь, да, иголка стоги сена. Дай-ка мы дверку откроем эту. На всякий случай. Это клаустрофобия, может, развилась. Понятно. Прятаться от нее бесполезно. Все она заметит. У нас на электростанции вот там какие-то задания тоже будут попозже. Но мы сейчас будем плотненько работать с железным этим Майком. Мне у него в лагере интересует прокачка байка и оружие. Мне нужно кровь из носа, третий уровень доверия именно в том лагере. Я тогда себе бы и снайперку получше прикупил, и байк прокачал хорошо. Чего, в принципе, этой прокачки этой хватит почти до конца игры. По-моему, больше тебе поднимать ничего там не нужно. Там и бак хороший, и рама тоже. По-моему, и кофры тоже. Там тоже качается что-то левела до третьего. Или до второго. А что это у нас все лагеря светиться начали? Да нет, вроде заданий других нету. Да и так вроде не звонил. Ладно, поехали просто вперед. Сейчас, по идее, скоро у нас должны будут появляться танки-фрики. Фрики-танки. Короче, здоровые такие, жирные фрики. Я только по заданию узнаю. Хрена дочь вылупил. Смена погоды точно добавили. По-моему, как-то раньше менее дождь было ощутим на консоли. Дай-ка так в горку, что тут объезжать. Здесь вполне могут быть где-то какие-нибудь домики с гнездами. Которые было бы неплохо почистить. Слушай, что-то знакомое поселение по карте. Гнезд нету. Ладно, давай тогда на мягких лапках. Чик. Сейчас будет стелс-миссия с Неро. Того. Ну, я пришел. Ой, господи. Не смей меня больше так пугать. Что ты узнал про Сару? Не скушай двуглавый. Я говорил. Ничего. Ничего? Стой. Мне нужно время, понимаешь? Я же головой рискую, если об этом узнают в штабе вон те парни с пушками, от них почти не жди. Да ты же со всеми ними заодно, Брайан. Это только кажется. Сейчас некогда объяснять, но мне нужна твоя помощь. Моя помощь? Вот, держи, это... Точно не помню, но, по-моему, пиздит у Брайан как троцкий, он тоже свои цели преследует. Стратербон и GPS-маячки, тебе просто нужно... У нас нет времени, слушай... Как тебя зовут? Дикон Сен-Джон. Вот что, Дикон Сен-Джон. Если хочешь, чтобы я рисковал жизнью и помогал тебе искать эту твою Сару, тогда ты должен для меня кое-что сделать. Погнали! Так, держи рацию под рукой. Я очень скоро выйду на связь. Что, жучков надо понаставить? Даже имени моего не знаешь. Ну ничего, скоро запомнишь. И можешь не беспокоиться. Господи, да всем насрать. А это что, шишки у нас валяются? Господи, сколько мне еще ждать? Шишки давай собирать. Ты на связи? Да, что надо? Да, я тут. Объясни мне, в чем дело. Что тебе нужно? Я поставил блокиратор. Канал защищен.
Что тебе нужно? Я скинул тебе координаты нескольких точек. Тебе нужно сгонять туда и... А? Зачем? Да послушай ты. Нера отправили в поле несколько оперативных групп. Я хочу выяснить, что они делают. А сам ты не можешь их спросить? Не могу. Слушай, это долгая история. У меня мало времени. Скажем так, люди выше меня по должности, намного выше, делают много вылазок в поле отдельно друг от друга. Никто не знает, чем занимаются другие. Наступил конец света, и только у вас, уродов, все по-прежнему. Где это? Я скинул тебе координаты. О, господи, о, Брайан. Ладно, хорошо, посмотрим. Постарайся пройти все точки. Там действующие посадочные площадки, точки сброса. Да, да, я понял. Но с тебя за это причитается, слышишь? Да, да, я тоже понял. Еще поговорим. Постой. Ну, естественно, там на всех трех точках никто мне нормально это сделать не даст. Будет какой-то лютый замес или что-то в этом роде. Просто так съездить, жучки поставить, ну, такое себе. Как минимум скучно. Так. Три точки. Сначала мы едем на площадку. Но все равно карту надо открывать. Поехали, конечно. Радово с бензом я что-то как-то это... Там, может быть, в поселении где-нибудь. К тебе приближается один из наших вертолетов. Проследи за ним. Это еще зачем? Давай, не пусти его. Ну, ладно, попробую. Где он? За елок не вижу ни хрена. О, поехали. Так, окей, уже гнезда какие-то открылись. Что происходит, а? Почему я тут гоняюсь по Одищу за вертолетами? Пункт назначения засекречен. Я не могу сказать тебе координаты. У меня нет доступа к их файлам. Надо проследить за ними. У вас разве нет спутников шпионов или типа того? В моем распоряжении нет. Говорю же, у меня... Нет доступа, да, я понял. Не упусти их. Он замедляется. О, Брайан, они садятся! Хорошо. Теперь у меня есть их координаты. Дальше иди пешком. Пешком? Главное, не попадись им на глаза. Давай-то мы все-таки поближе подъедем, чтобы пешком 200 метров не пердолить. Ну... Да вот прямо возле дома я встану. О, Брайан, я на месте. Что нужно сделать? Он сам слез автоматически. В каждом из таких отрядов есть ученый, типа меня, которого охраняют бойцы. Подберись к этому специалисту. Спектральный регистратор настроен на наш канал передачи данных. Он запишет все, что они делают. Никого не видно. Значит, я должен пробраться на посадочную площадку мимо тяжело вооруженных бойцов в кевларе, чтобы ты подсмотрел за каким-то ботаником? Ботаником? Серьезно? У меня научная степень, козел. Ага, хуёчная степень, Эйнштейн. Хуёчная степень. Ну, я хотел их продать, но, понимаешь, у обычных людей нет доступа к спутникам. Прикрепи один к вертолету. Почти все такие отряды делают остановки, которых нет в маршруте. Надо узнать, куда они полетят дальше. О, Брайан. Можешь не спрашивать. Я уже выясняю, что у нас есть в архивах по распределению эвакуированных. Конец связи. Это здесь. Ну и что вы тут забыли? Вот тут вот зима, а вот тут уже лето. Вот примерно вот здесь оно начинается. Такой резкий переход. Почему дальше не метет снегом? Снегом. Так вот. Короче говоря, нужно какой-то жучок пришпандурить на вертик, да? Главное не спалиться. Ну, они тут особо не видят тебя, так что можно в наглую практически пробраться. Может быть, даже отвлечь чем-то. Камнем, например. Ну-ка, вот так он меня слышит. Он туда, кстати, в сторону пошел. Можно было и так подождать просто без камня. Ладно. Лепим. И это первое.
Погоди, вы это слышали? Спалился? Тихо, давай. Блять. Это карантинная зона. Я чуть-чуть до кустов не добежал. Я ухожу. Жопы сраные. Скоро фрики вылезут. Пойди, вертик. Спасибо, я в курсе. А, ой, как удобненько меня поставили. А все это уже засчитали? Я почти закончил. А, ну окей. Вертолет засчитали. Можно не лепить. Ничего. Дождь, что ли? Ну вот, опять. А теперь что, ему на жопу надо? Заметка номер 2, просто слушать. 0, 7, 1. В одну бля, он ко мне прямо идет. 14А попалась крупная особь мужского пола. А как? У субъекта отсутствует пигментация все. Кожи. Я его обманул чуть-чуть. Мышечная масса на 40% превышает таковую у обычных зараженных. Эти альбиносы, как вы поближе будем слушать. Правда существуют. Вдруг у Дикона со слухом плохо. Это всего третий образец, который нам удалось изучить. Как я уже отмечал, из-за их устойчивости к урону к ним чрезвычайно опасно приближаться. В других... Вот как просто трое человек не видят то, что сзади них за спиной мужик сидит. Просто по пояс в траве и весь вооруженный до зубов. Похер просто все. В отчетах мы сообщали, что в этом регионе замечено более 1000 особей. Какова бы ни была причина мутации, она распространяется быстро. А, и все, а как же третья цель? Или двух достаточно? Нам не сказал три цели. Скоро стемнеет. Мы уже скоро свалим. А, ну давай. У меня давай, приказ блядь. Стрелять без предупреждения. Погоди, может мы с тобой договоримся? Он же вроде в другую сторону смотрел. Иногда они тебя видят. Просто на раз-два. Иногда им похер вообще на тебя. Все, он ушел. Сейчас по-любому не спалят. О, Брайан, ты охренел? Я тебе скажу, что не так. Твои ребята выдирали кишки из еще живого фрика. Они не мои ребята. И тебе-то что? Ты разве не этот, как вы там себя называете, намат? Ты убиваешь зараженных ради денег? Или что у вас там вместо них? Да, я убиваю. Да все, они спалят, можно уже во весь рот бежать. Я не слушаю, как они визжат. Ты добыл мои данные? Да, я их добыл. Ладно, начинаю загрузку. Мы еще поговорим. Конец связи. О'Брайен! О'Брайен! Черт, ну вот опять. О'Брайен, ответь мне. Будем бегать вокруг байка, пока не стошну. А черт, не вздумай только пропасть. И все, и опыта тут же накинули. Кстати, я же... В лагере чипенцев. Вот козлы. Думаете, можно напасть на меня, и вам ничего не будет? Подожди ты. У меня еще очко навыков, кстати, открыто. Что последнее я качал, я уже не помню. Так. Значительное ослабление отдачи стрелкового оружия. Значительное увеличение урона от арбалетных болтов. Но я, скорее всего, уже попытаюсь вообще от арбалета отказаться, чтобы им не пользоваться. Но надо какую-то одну хотя бы здесь способность... прокачать, чтобы открылась вот эта еще дальше ветки. Ну что делать? Давай так. Так. Хорошо, класс навыка. Что тут? Перезарядка стрелкового оружия больше не расходует концентрацию. Ускорение перезарядки. Неплохо, кстати. Меньше времени будет занимать. Повышение точности стрельбы. Вот это вот мы две качаем. Это радио «Свободный Орегон». Правда. Да, пошел ты наш со своим Орегоном. Стежу. Ну уж нет, Коуп, не сегодня. Да. Дико наш разорался. А вот это что такое? Засадный лагерь Билли Лейк. Кто это? А, намады, намады тут пасутся. Сейчас мы их того самого. А потом зачистим, короче говоря, 6 гнезд. Потом только пойдем на этот... Потом только пойдем на задание. Это лагерь Майка, да, железного, да.
Там, если что, даже быстрый переход можно замутить. Дня. Вроде все есть. Ну, как бы... Я просто про себя думаю, про этот. Или у меня боеприпасы на месте, там эти... Тряпочки, дерьмо всякое, чтобы лечиться. Что за лагерь-то такой? Ну тут намады пасутся. Это не упокоители. Они уже бежать ко мне начали. А есть какие-нибудь кусты там? Вот этого хватит жопку прикрыть? Ой, я тут сразу трое. Похоже, что-то будет. Ну да, что-то будет сейчас. Это люди! Полигон должен участвовать! У нас потери! Жопные горы и убийцы. Никто не должен уйти. Сколько надо еще? Сколько намадов вы уже перебили, а? Возвращаюсь! Прикройте! 9 человек. Не, ну патронов не хватит. Уходим отсюда! Я просто думаю, что их тут подождать давай, или давай. Нет? Чё, давай-то? Сейчас они потихоньку ко мне будут подбегать, а я их убивать прям тут. Все элементарно. Снайпер вот где-то, блин, я не заметил. Где он сидит? Вот там, на этой горе. Берегись! Засвидули. Упал! Сколько еще? Еще 6. Он как-то лазером вот оттуда вообще почему-то светил. Бля, может посмотреть, повыше подняться. Он как будто вот здесь вот где-то стоял. Где снайпер ваш? А, вот понятно. В ухо ему. Козлина. Козлина. Блять, фонари мешают. Прицелиться. Все. А еще нет, еще трое. Они там прям в доме, что ли? Подожди, мне даже интересно, что их там... Что их так заставило поступить? Ладно. Опа. А ты тут как оказался. Стоит он меня потихоньку, пинает в жопу, пока я тут на домик смотрю. Ай, негодяй какой. Так, чё, 64 патрона. Ну, нормально вроде так, плюс-минус. Можно было, конечно, просто с пистолета. И последняя мразь. Ну вылезай. Ку-ку, мой мальчик. Вот тебе! А вот тебе. А, и это все, что вы можете? Ну да, ожидаем. Вот дебил. В следующий раз дважды подумайте, прежде чем на кого-то напасть. Я валяюсь, конечно, бункер. С того момента, когда они... А, тут еще и бункер есть, хорошо. Я валяюсь с того момента, когда они под себя гранату просто бросают. Сами же на ней подрываются. Клинические идиоты просто. Так, нам еще нужно будет найти вход в бункер, да? Давай полечимся. И пособираем ресурсы с падших. Опа. Бинт, нет мест. Тряпочка. Может быть, здесь где-нибудь есть в поселении то самое волшебное лезвие. О, да я почти автомат уже восстановил. А, меньше покупать надо будет.
чинить больше нечего. Тоже все полное. Ладно. Короче, лом я больше не собираю. Пока что. Лезвие может быть где-то вот в таких районах. Ну, типа сарайчик какой-нибудь, еще что-то, стол какой-то. Что-то вроде возле какого-нибудь гаража. Только где? А у меня вот прям... люк. Я так и думал. У меня прям идея фикс, короче, сделать себе биту с лезвием от циркулярки. Но я прошлый, ну, когда играл, тоже почти всю игру с этим лезвием пробегал. По-моему, это максимальный этот урон, который можно нанести с помощью ближнего боя. Так, что тут дают? О, карта. Они тут все подробно разметили. Угу, угу. Кстати, доверие к железному майку тоже добавилось от этого лагеря. Микстура концентрации. Спасибо, Нина. Не очень эти микстуры помогают. Не то. Ага. Максимум боеприпас. Хорошо. А теперь? Ну, наконец-то! Терочка. Ну, давай, давай. 5 баксов. Да ладно, чё у меня? Один патрон, $1 стоит? Охренеть. Короче, микстура, то, что мне тут открыли, такое себе. Я ими не пользуюсь. Толпу можно нагибать и без всяких микстур. Главная прокачка других способностей. Типа перезарядка на бегу, там бежишь, отстреливаешься, что-нибудь там делаешь. Не теряешь концентрации во время стрельбы и так далее. Вот эти вот вещи важны. Так, у нас тут фрики начали, да, вылезать. Надо канистру найти. Тут канистры нет? Нет. Где б заправиться-то? Мужик, у тебя топлива нема. Давай вот здесь в домике посмотрим, кстати. Подожди, я вот не помню, заходил? Да, заходил. Правда, дверь не закрывал. Ее кто-то за меня сквозняком, наверное, закрыл. А топлива-то нету. Прям во всей этой... На всей делянке нет топлива. Жаль. Ладно, поехали тогда гнезда зачищать. И может быть там что-то будет. Здрасте. Как ваши дела? Да, неплохо. Ухо, альбинос, кстати. Я думаю, это у нас редкое существо. Так, у меня 44% бензина. А ехать как раз на заправочку. О, тут еще тоже... Если я вот здесь не найду бенза, тогда мне придется пешком пердолить до сюда аж. Давай-ка мы выбор зоны, короче говоря, сделаем вот этот. Зачистим, заправимся и потом уже пойдем вниз вот сюда. Вот здесь почему-то я не могу. Гнезда есть, но основного вот такого значка нету. Я знаю, может потом появится.
Так, 500 метров. Я думаю, бензина хватит. Да, лучше где-нибудь на катиком проехать. Поэкономим. Поэкономим горючку. Лучше в гору притопим. Ну, где-то тут. Где сворачивай? Ага. Все, видно. Тихо. Михаил Потапыч ходит. Аккуратненько. Нахрен нам сотню патронов терять. Все, надо тут, наверное, побыстрее. Блин, а Мишка будет гулять прям как раз, где гнезда буду чистить. Печально. В Мишку-то хоть не привлекайте мне. Тут народу много, по-моему. Или мне кажется. Сейчас ушей наберем. Мать муща. А где у меня бита того? Она почему-то потерялась у меня из инвентаря внезапно. Так, ну чё, за мной кто-то бежит? Старина, давай. Я весь во внимании. До свидули. Так, ну-ка. С правой стороны, где-то вот на холме или рядом, там толпа фриков. Ну, в смысле, орда. То, что здесь бегают, это еще мелочь. Их там наверху где-то много. Я прям слышу, как они... Пчелы жужжат. Так, чиним биту. И тут в этом домике будет первое гнездо. Вот тут стоишь. Они прям зудят в ухо. Еще одно. Ну, сейчас подпалим. Да, конечно, подпалим. Все, давай. Ой, ходи по одному. Ой, ёпа мать. А вот это попадос. Я же говорю, они тут. Бля. Надо было не стрелять, что ли? Либо в другое время дня приходить. Блин, ну давай еще раз попробуем. Может, это тупо случайность. Хм. Печально, если толпа не даст гнезда зачистить. У меня единственный только вариант, это... В другое время приходить сюда. Может, сразу стрельбу устроить? Ладно, попробуем так. Так тебе. Сейчас вроде толпа не жужжит. Вроде нет никого. Да какой нож? Давай, чини. Вроде нет никого.
А чё ты нож-то убрал? Давай биту свою. Хреновенькую, конечно, но чё поделать. Так, теперь можно, короче говоря, лом искать. Откуда ты берётесь все? Всё? Вы в округе закончились? Так, давай лом. Металл нужен. Ага, люди гибнут за металл. Вроде тихо. Давай попробуем еще раз пошуметь. Три, да? Поактивнее будет уже эта зачисточка, я смотрю. Как-то так. Беру. Все, порядок. Кто там еще? Блять, что с этой стороны? Блять, это, по-моему, толпой уже попахивает. Блять, что ж так до хера-то вас? Куда ни глянь. Так, давай попробуем не шуметь. У нас, короче, где-то в округе ходит орда и не дает нормально мне зачистить. Вот опять орда возвращается, причем. Давай-ка я вниз. Ну, что ты? Короче, не стрелять, они сразу же прибегут. Получается, у нас орда где-то ходит по диагонали. Вот этого вот поселения. Надо очень ювелирненько все зачищать. Хотя, может быть, и правда, просто время неподходящее. Ну, типа, я не знаю, ну вот сейчас. Гнездо. Толпа шакалит туда-сюда. Должно быть где-то здесь. Да, гнездо. Ну, по идее, далековато я уже от толпы. Должен вроде как... Давай. Только двое? Да, ёпа мать. Ну, если чё, хотя бы два гнезда у меня зачищены. Надо перезарядить. Конечно, надо перезаряжать. Бля, они теперь как будто как со всех сторон орут. Шумно очень. Ладно, давай вот этих двух. Два гнезда мне зачитали точно. Там посмотрим. Короче, попробую дальше битой действовать. Бля, ни лома что-то не осталось, ни хера. Как быстро все кончается, а ты смотри. Гнездо вот тут. Нет, но они тут в текстурах сидят. Их закрыли внутри. Я думаю, что так шумно?
Так, давай, короче говоря, что? Ресурсы искать. На что-то сгодится. Конечно, сгодится. Там, глядишь, может быть и толпа подальше отойдет. Пострелять можно будет спокойно. Так, у меня лом еще, да, закончился. Пусто. Бля, где блом-то поискать? Эй-эй-эй. Куда лом везде? Ладно. Третье гнездо. Я чую гнездо. Оно где-то здесь. Где-то. Думаю, пойдет. Вообще, по идее, чтобы так вот не мудиться, это нужно глушитель просто ставить. На оружие свое и все. Ну мы же не ищем, да, легких путей. Что надо? Я тут пострелял. Не, конечно, трофеи мне пригодятся. Мне главное лом. Находить, а так похер вообще. Бля. Грызут, грызут, смотри-ка. Что такое тут? Бежишь с одной стороны, они тебя с другой стороны атакуют. Трое. Блять, у меня бита почти сломана. Ремонтируем. Все, лом закончился. Я, короче, к следующему гнезду не приступаю, пока не восстановлюсь по лому. Она расходником. Да. Дела. Ну, будет зато хоть все собирать. Текстура. Ладно. Давай, короче, ближе к байку. И прям все-все-все пылесосим. Хорошо, что есть две полицейские машины, которые по-любому содержат патроны. Пригодится. Вот и лом пригодился. Чик. Всего одна единица, вы прикалываетесь. Там, кстати, кто-то от этих... От фриков кто-то уезжает. Кого-то закошмарили чуть-чуть. Толпа где-то сзади слева. Все лома надо. Окей. Что тут? Аптечка, хорошо. Толпа опять где-то рядом. Они где-то трутся и ходят туда-сюда. Вон. Но днем они будут пастись на этой лужайке, а к вечеру пойдут в другую сторону. Поэтому ты стрелять начинаешь.
И они по чуть-чуть кусками отрываются от основной массы. Так, окей, все, по патронам для автомата у нас, да и для пистолета тоже нормально. Сейчас ищем много-много лома. Ну и, наверное, из чего можно аптечки себе делать. Тут какие-то спокойнички. Чё, кто орёт? Шкала прочности. Холодное оружие, найденное в ходе путешествий по миру, легко ломается. Во время сражения обращайте внимание на индикатор прочности оружия. Если там отображается мигающий красный значок, уже через пару ударов это оружие сломается. Короче, просрал я битву с гвоздями. Поздравляю. Мы можем что-то сделать хотя бы? Бля. Химик, привет. Сорян, не заметил, я тут весь этот погружен в атмосферу. Что тут произошло? Осталось тут после них хоть что-нибудь стоящее? Стоящее, это стоящее. Мне нужно, короче, минимум бита. А как максимум бита следуем. По-моему, гвозди у меня должны быть. Но это не точно. Вот здесь, по-моему, на входе я только что биту видел. Давай хоть какую-нибудь сделаем. А то так и соснуть можно. Тупа еще на месте. Так, бита с гвоздями, топор разбитый. Подожди. А я уже это лезвие собирал, что ли? Серьезно? Деревянная бита, ленточная пила и лом 5. Когда я собирал эту ленточную пилу? Кстати, это не ленточная пила. Это не ленточная пила. Циркулярная пила. Ладно, похер. А я бегаю лезвие ищу, который этот, как, который час. Оказывается, оно все у меня было. Хрен знает, когда собранное, правда, но было. Лома нет? В принципе, можно вечера дождаться и потихонечку чистить дальше лагерь. Все, никого. Блин, сюда же можно пройти, во. Ну, лом, наконец. Хотя что тут лому, да, по идее, делать в комнате? Удивительные вещи для удивительного мира. А чё не с ноги, кстати? Ага. Вон там гнездо. Если я его не чистил. Нет, я его уже чистил. Бля, ну тут вообще надо ювелирно подходить к делу. Я прям рядом с Ордой. Ордой, конечно, прям их не назвать. Орда это, по-моему, считается от сотни фриков и больше. Там вряд ли сотка будет.
На всех завалить, мне патронов не хватит. По крайней мере, как учили. Развал такой толпы надо начинать с того, что ты швыряешь сначала то, что их поджигает. Потом что-нибудь взрывное, а потом уже продолжаешь это добивать. Чё за музычка? Ладно. Ага. Дальше. Дальше по прямой и куда-то в сторону мне. Наверное, я не успею, да, открыть. Давай. Ну вот хрен она, быстрее она убивает или нет? Будет отстойно, если даже разницы никакой, прикинь. Угу. Вот я был. Вон там гнездо. А, так я его чистил тоже. Бля, все селение разбросано в разные участки. Где искать-то этих? Ну вот тут точно будет гнездо. Я же его... чистил. Твою мать. Куда идти-то? Такое ощущение, что я тут везде уже все пробежал. Домики одинаковые. Но в каких-то трех домах определенно есть гнезда. Здрасте. Бля, я тут был. Я тут... Да, в углу я тут собирал лом. Да, блин, хватит туда заходить. Сломаем замок, чтобы хотя бы, если что, бежать насквозь. Толпа же может... Не так уж трудно. И за мной ломануться через дом. Но мне все-таки кажется, если гнезда есть, то они находятся... Они находятся тут, в этом поселении. Ну вот. Только где их искать? Не знаю, кроме как варианта бегать каждый дом по порядку, у меня что-то вообще нет. Бля, можно было бы дома помечать, знаешь, чтобы не запутаться. Типа ты тут был. Вот только как это можно пометить? Открытыми дверями? А если в другом доме тоже будут уже сразу же двери открыты? Всё, толпа ушла, ну да, ночь. Так. Давай прям на метку пойдем. Что-то где-то я пропустил. Сотни метров мне показали. Хер знает, был, нет? Это просто магазин. Hey.
Не могут же они тут быть, правильно? Ну тут я еще поверен, но нет. Где их искать-то? Может быть... Слушай, может быть тут вот? Ну, наверное, одно гнездо вот здесь точно будет. Вот на этой заправке. Точно, я же ее видел. Блядь, тут у нас толпа сидит. Где оно, твою мать? Ведь рядом где-то. Стой. Глушитель. Сюда. И сюда, на всякий случай. Если уж придется мне отбиваться. Ну, гнездо у нас тут находится, вот в этом здании, это по-любому. Еще одно гнездо. Сожжем и его. Нам нужно стать просто получше как-то. Ну, так, наверное, пойдет, да? А, коктейльчики тоже кончились. Нормально. Понятно. Блять, и вся толпа сюда. Но мне засчитали гнездо. Уже лучше. Че, не засчитали? Так, они на карте отмечаются пока что. Одно прям тут. Второе чуть дальше по прямой, скорее всего, в фургоне. А третье у нас будет гнездо прямо в тоннеле. Все, понял, принял. А чё они мне гнездо-то не засчитали? Короче. Не стреляем вообще. Вроде с глушителем был, а все равно толпу привлекло. Странно. Как тебе? А тебе как? Блять, еще трое, ну вы угораете что? Тихо. Это прям проблемная зона для зачистки. Очень много народу. Еще один трофей. Очень много народу, и у тебя, блин, очень мало этого, очень мало лома. А эти все прут и прут. Жопа какая-то. Хоть иди лом собирай, а потом нападай на них. Не знаю. Надеюсь, не придется. Все, что нужно, я тут найду. Гнездо где-то рядом. Да тут их два, а вот второе это. Это понятно. Мне бы стрельбу не устроить. Там мне быстренько чучу нам андрючат. Бля, лома нет нигде. Хер знает, давай попробуем. Падла. Ха!
Пизда дубинки, все сбежались. Твою мать. Давай сделаем немного иначе. Фу! Давай. Поджигаем гнездо. И тащимся сразу наверх. Засчитает. Нормально. Главное, чтобы сохранение прошло и все. Блять, все равно толпа бежит. Дай пройти. Быстрей. Бля, быстрее. А чё ты... Чё не ставишь, мудила? Быстрее. Всё, отбиваемся. Есть уже. Они со второго, что ли, этажа теперь забирают. Просто за каждое гнездо мне по десятку. Ну, по десятку, наверное, да, наваливает фриков. Жопа какая-то. Много. Я пока не особо везу такую толпу. Но у нас гнездо последнее осталось. Так, ладно. Давай по-быстренькому. Молотов. Лечимся. Я думаю, хотя бы просто... Ладно. Хотя бы просто, короче, гнезда зачистить и нахрен отсюда свалить. Потом уже лом поищу. Ну это дичь какая-то, ты просто разматываешь толпу, точнее, ты поджигаешь одно гнездо, тебе еще десятка два, блин, этих фриков накидывают. Но потом ты только начинаешь их мотать, тут прибегает толпа, потому что тебе стрелять нельзя. Все, и текать отсюда. Вот откуда они лезут все? Давай быстрее убегай. Все, 6 гнезд зачищено. А за мной там человек 50 уже несется или больше. Лагерь Железного Майка. Вот мы почти заработали доверие. Главное сейчас просто удрать, чтобы сохранение прошло. Потом, когда если вдруг они меня догонят, меня загрузят хотя бы в другом месте. Ну точнее... От них подальше. Все, они не бегут. Пронесло. Как-то так. С кем они там воюют? Олень на дороге. Ну куда ж тебя несет? Они тут за оленем, значит, вдвоем бегали. И у меня совсем нет бензина, блин. Где же его искать-то? Тут же как раз была заправка. Далековато, я отбежал от нее. Заправка дальше и чуть выше, но придется обходить. Слушай, ну прям такой какой-то survival начался, я знаю, я вижу. Прям крепят меня. Уже гораздо сложнее ситуации получаются. Где бензин? Че, не туда побежал, что? Теперь хоть направление верное.
Походу, ближайший бенз как раз оттуда, откуда-то я, откуда я и убежал. Печалька. Все, ресурсы практически закончились. Ну и сейчас, наверное, там тоже потише будет. Трактора ничего скрутить нельзя. Да, и тут уже все они чик и рассосались быстренько. Стоило только гнездо тут три штуки зачистить, и все, уже никого нет. Уже никто не тошнит на тебя хотя бы. Да. Канистра. Ладно, я за бензом. По-моему, тут искать лом вообще гиблое дело. Красиво, да? Как свет пробивается через эти сосенки. Вообще лома нигде нету. Его что, фрики пожрали, что ли? Хер с ним, наберем по дороге. Блин, я не знаю, тут же тоже еще вот внизу еще 4 гнезда как минимум. То тоже 6 может быть. Стоит вот туда топить или нахрен? Там же тоже мы также можно встрять. По дороге, если только потихоньку лом поковырять. Ладно, давай поставим метку. А эту метку я могу удалить? Да. На белую поедем. Волчара что, доебется? Доебется, естественно. Полина. Как я в шею. Он так еще медленно ко мне подходил. Повыл, там что-то постоял на меня, посмотрел, потом только бросился. Свежее мясо. Ходи. Че мой байк роняешь? Псина. Ну тут хотя бы адекватно волки действуют, не как в Until Dawn, то что ты волка погладил, он к тебе подошел, все нормально, вы друзья. Это так не работает. Ладно, давай, заправляй. Да тихо ты. Вот так. Ну вот, порядок. Сейчас придется возле каждой машины почти останавливаться, чтобы собирать ресурсы. Стой, давай-ка вот сюда мы сходим. Вот уже, уже хоть что-то лом какой-то есть. Отвали ты, блядь. Мелочь сраная. Все, кончились. Трофей. Ну да, трофей. Ушей я тут уже набрал прилично, наверное, за сколько, за минут, за 20-30. Лом всегда нужен. Это точно. По крайней мере, пока я пользуюсь ближнего боя оружием. А я само собой. Так, главное биту еще раз не треснуть. Не бить никого битой. По привычке.
Иначе она у меня разлетится сейчас. А делать ее нечего. О, еще лом. А нет. Не, ну мы толкаем, толкаем. Нужно внутрь дома попасть. Он закрытый. Все? Сейчас мы еще сарайчик я это засмотрю. Закрыт сарайчик. Все поблизости. Ни хрена, кроме травы, нету. Ага. Хотя можно вон туда еще вниз спуститься. Подожди, а зачем мне машину толкал? Все, можно зайти. Найду тебе применение. Окей. Тряпочки. Что там требует? Какие материалы нужны? Понятно. Об этом истории умолчу. Сколько у меня получается? Ну, порядка, наверное, 10 единиц нужно лома собрать сверху. Сейчас пока я... Одно починю, второе, третье. Чё, брать нечего, что? Окей, вот здесь лом есть точно. Сейчас мы еще патроны, наверное, заберем. Отлично. Хоть вдоволь игра начала лом подкидывать. Ну, я говорю, стоило только туда вот идти. Ой, давай, ладно. Лечимся. Чуть в сторону отходишь, если у тебя каких-то ресурсов не хватает. И вот найти не получается. Чуть в сторону отошел, и они обязательно появятся. Просто игра не решила тебе не предоставлять, чтобы тяжело было. Бутильку берем. А почему? Я что, только что был. Почему этого не заметил? Так, ну и в принципе-то вообще в целом, да, все. О, сейчас мы тут лома наберем. Интересно, они количество лома всегда рандомно дают? Типа сколько у тебя не хватает? Сейчас 4 единицы прилетело. Не вижу смысла толкать. До этого у меня тоже 2 оставалось, 5 прилетело. Ну, 5 нашлось. Это поощрение, что ты пошел, отошел, посмотрел, как граф-дизайнеры нарисовали красиво. Может быть, не, ну правда, вид неплохой. Главное, вот так вот не приближать, это вообще труба. А не побежал по сюжету, как ураган. Мы не будем торопиться, потому что этот как его... Куда торопиться? То вдруг успеть можно. Просто если этот... По сюжету будет миссия. Типа... Ты должен обязательно развалить Орду. Если ты не готов к этой миссии, то будет тяжело. Поэтому я хочу по побочкам покататься и
почистить какие-нибудь гнезда, еще какую-нибудь хрень повыполнять, чтобы прокачанным уже ломиться вот к этой толпе. А после вот этой миссии как раз, как только... Здорово, Серег. Как только ты зачистишь и один раз толпу, тебе еще потом сразу же такую же миссию будут наваливать. Потом уже, по-моему, чуть ли не в приоритете будет эти орды чистить. Тут только и водятся, что убийцы, намады и бандиты. Нахуеть он стелс вообще. Прям Splinter Cell. В лучшем его проявлении. Подошел к лагерю и орет во всю глотку. Кто здесь? Ебабо. Не, пистолет далековато, не стреляй. До свидания. Попали! Обходят меня! Заходит сбоку! А? Как чайка, блядь, лютая. А? Кстати, в этом, в червяке Джим так Псайкроу кричал. Вон, тут эти барабашки у них стоят. Какой глупый снайпер. До свидания. До свидания, глупый снайпер. Что? Что? Кто-то вот сюда убежал. Я прям видел эту падлу. Вот где он? Может пострелять, чтобы он вылез? Эй-эй! Ладно. Вот так. Кому надо, нападет. Клянусь, я что-то... С левой стороны кто-то. Они в доме. Не знаю, сколько их там, но... Что за черт? Много кто. Черт, там кто-то был. Черт. Что это, все? Что, все? Сразу вспомнился осторожно, модерн. Что, все? Нет, не все. Тихо ты. Скотина! А, я ранен! Убить! Тебе надо, ты скотина. У меня тут мышка застряла за коврик. Назад! Назад! А, лечиться опять, да? Показали, сколько человек тут. Эй, ты там? Это вы там, а я тут. Все? Вижу его! Он меня зацепил! Они кого-то в заложниках, что ли, держат? Долбаный трус, я сам тебя грохну! Сам меня, говорит, грохну. Эти бляди где-то рядом, если не кончились. Кто-то есть еще. Один, два, где-то так. Немного. Гитарка еще. У меня, кстати, такая же стойка. Гитара. У нас есть еда, пиво и виски. И патронов завались. Виски, сосиски. У одной почитаемой грандкор группы, которая называется Анал Носорог, есть такая... Песня называется «Виски энд сиски». А еще есть такая забавная группа, называется «Вытри анус». Ага. Чик. Здрасте. Чего вас так много? Чего, чтобы освободить заложника, уничтожить соседних врагов? Так а где они? Они не выходят, если. Я их зову, они не идут. Кто-то попал в западню, надо помочь. Пойди, пошумит. Да глушак снимать неохота. Эй, намат! Он выходи. Прилип. Хватит придуриваться, а? Мы да, знаем, что ты там. По звуку он где-то в центре. Тебя найдем, а когда мы тебя найдем, тебе это не понравится. А вот если сдашься, решим... Компьютер у нас тут стоит, три мониторчика. Стример жил, что ли? Ау. Бля, хочу себе стол бильярд. Да тут неплохо, давайте тут жить. Ч
Чё? Этикетка от пива. Ну и чё, где все-то? Ладно, пособираем, тут кверху жопой валяется тут. Может, в барабан выстрелить. Придется глушак снимать. Ау. И никого нет. Ты смотри. Так, а мне тогда и заложников не освободить. Что делать будем? Ощущение, что я сюда рано пришел. Типа, mission не комплит. Она еще не прогрузилась. Пробежаться по периметру? Да, попробуй. Да не, они по периметру, кстати, они не рассасываются. Они, если трутся, то где-то вот прям рядышком, далеко не убегают. Тут же такой искусственный интеллект, они чуть поумнее фриков. Гонца вообще. Где? Нет, стенки у нас бить бесполезно. Патронов жалко просто. Стрелять в воздух. А, как я забирался-то сюда? Попался. Так. Слева. Слева сзади. Где? Отходим. Бля, может они на крыше трутся? Какой-то бледеныш один сидит. Но и мозги попал. Мне делает. Блядь, вот там мишка бегает. Это вот куда хуже. А мишка оленей гоняет. Все нормально, я ему не интересен. А то с мишкой бодаться у меня это какое. Ни настроения, ни ресурсов. Ну и чё, где он? Как я вообще сюда залез? Ну, в смысле, это... Как я вот этих заложников там нашел? По-моему, сюда заходим. Или вот сюда. Вот ты где? А ты где? Такое ощущение, что, знаешь, он за что-то, за какую-то текстурину зацепился и стоит попёздывает, поэтому... Может, правда, на крыше? Блин, ну я туда не могу залезть. Мы же все равно тебя найдем. А когда мы тебя найдем, тебе это не понравится. А вот с левой стороны. Решим все мирно. Блять, ну как вам найти-то? И заложников не освободить. Потому что один мешает. О, подожди. Его и тут нету. Вот здесь встаешь. По радару. Он как будто под тобой. Это наш. А где этот козел? В
походу игра заглюч. Не знаю. Его нету. Он орёт. Но как будто не существует. Попался. Вот он слева. Уходим отсюда. Прижмите его, возвращаюсь. Вроде как слева чуть выше. Ха! Но ты попал! Уже ближе находится. Блять, а? Вот ты где? Так а ты где? Что? Нет! Да, бегай, бегай! Я ж говорю, он просто застрял в текстурах, и мне голову делает. Вот и все. Гнида. Пошли заложника спасать. Чё, как тут подниматься-то? Где? Где подъем-то? Бля, вот дом ебанутый, а. Вот отсюда как-то. Через это. Подъем где-то вот прям рядом должен быть. Вот он. Сейчас. Слава яйца. Ты хочешь тут сдохнуть? Слушай, рядом есть лагерь. Лагерь? Где? Где? Покажи, я пойду. Всех к Майку отправляем. Иди к Lost Lake. Спроси Рики Патил. Она тебя впустит. Я думал, мне конец. Представляешь? Охренеть. Спасибо тебе. Большое тебе спасибо. Вот эту вот херню могли бы сделать сбрасываемой. Беги, старайся на глаза не попадаться. Ага. Какую микстуру можно сделать? Будем делать. Так, я вообще шел гнезда зачищать. Это так было. Внезапная остановочка. По бензину. Да нормально. Чем не доехал-то я чуть-чуть совсем. Где-то по прямой у нас будет первое. Угу, вот в этом домике. Давай, наверное, с кофр мы возьмем, что надо. Да? Патроны просто пистолетных чуть-чуть не хватало. Нужно все здесь зачистить. Тогда фриков поубавится. Чую по запаху. Да хер раз-два их поубавить. Гнездо где-то рядом. Выходи. Спокойно. Кто грызет? Ебаные волки. Широкую на широкую. Конечности, кстати, отлетают.
А слушай, один волчара на Фрика напал. В натуре грызет его. Жалко, что он потом на меня тоже нападет. Вот так. Я его даже не вижу. Ладно, он пал честью храбрых. Что поделать, еще волчатинки заодно притащим. Мистеру Майку. И... Так, давай лечимся. Убито. Все. Чем-нибудь поживиться-то тут можно в округе? Это мой. Пепел этот нахуй мне уже не срался. Кто-нибудь запомнил, где у нас гнезда теперь находится? По карте их, наверное, уже нету, да? А вот есть, все нормально. Отмечаем. Сколько гнезд? 4 гнезда. Сейчас мы на крохи туда доедем. Далековато бежать просто. Бля, взять нечего. Какие-то стали районы попадаться такие, ну, пустые, что ли. Как вот только зимний биом появился, так и что-то как-то вот не густо. Африка до хрена. А лома меньше дает. Походу гнезда эти в туннеле находятся. Он так странно упал. Давай, жопошник. Так. На одно гнездо я точно вижу. Там, кстати, у нас Нерора была лаборатория. Так-ка мы лесопед свой починим. А, он даже и не сломался. Я сохранюсь, по крайней мере. Не надо будет переигрывать. О, жуткая смерть. А, вот гнездо еле второе. Зажило. Прикольно. Гнездо. Должно. Он под замах прям прыгнул на меня. Ладно, давай. Постреляем. Че, я зря автомат что ли с собой ношу? Че, кого? Подходи. Баба вообще потерянная, наверное, бегала. Да, все верно. Привет, Вильям. 764 дня. Ну, уже побольше, наверное. 56. Держу в курсе. Там что-то большое, кстати, валяется. Да. Сейчас раньше по 3 фрика выбегало с гнезда. Сейчас, блядь, их штук по 10 летит. Экшен. Либо территория такая, хрен его знает. А, 10 ухов. 10 ухов собрали. Нормально. Что так аптечки улетают? Ладно, сейчас мы еще Неру эту лабораторию зачистим. Что такое? Что-то жирное валяется. Это кто?
А, это, короче, работники какие-то, да, Неро, блин? В белом просто. Друг на друге. Они, наверное, занимались... Чепенцев, чтоб вас! Чего? Блядь, эти бегают тут. Они, наверное, занимались гомосексуальным сексом. И потом их убили. Мораль. Нехер трахаться на природе. Даже если ты гей. Я чую гнездо. Оно где-то здесь. Стреляй. Теперь вот два выбегает. И бац-а в кружку. Не лезь под колеса! Ну тут очевидно. Я не знаю, сохранили меня или нет. Хотя бы, может быть, после одного. Хотя глушитель был надет. Да. И раз-два они что сохранили. Жопошники, блядь. Ладно. Пошли нахер. Давай, короче, вот как сделаем. Зажигаем сразу два. Тикаем, отбиваемся. Посмотрим, что будет. Пиздай. Завалил. Завалил, завалил. Прям в башку. Давай, давай, давай. Эти бы могли бы, конечно, по периметру разбрестись, но нахрен они мне нужны, правильно? Беги ты ровнее, чувак. Еще трофеи. О, да. Ладно. Фу, ну вот. А хер раз два, у меня глушитель не одет. Тут есть. А тут чего нет? Видимо, ресы на глушитель кончились. Но это не точно. Так, подожди-ка. Так, там мне еще одно только гнездо осталось. Че, кофры не работают? Я типа один раз только к ним могу подходить, что ли? Ну-ка. Точно. Странно. Так, одно гнездо прям по курсу, да, у нас. Ну и побежали, короче, туда. Лабораторию потом мы дернем. Угу. Еще один участок Неро. Может, в передвижном медпункте что-нибудь найдется? Это потом. Это мне нужно. Его потом. Нам сначала надо очистить. Так не откроешь. Блин. Они в туннеле сидят. Пригодится. В туннеле гнездо. По-любому. Толпа наверху слева. Вон они идут. Поэтому не шумим. Где оно, твою мать? Ведь рядом где-то. Упал, что-то там споткнулся, чувак. Невезун какой-то. О, зараза. Предохранитель сгорел. Куда они пошли вообще все? Ага. Они тоже по диагонали идут вот оттуда и топают примерно к горе.
Ладно. Эх, неблагодарно это дело гнезда чистить. Очень много ресурсов уходит. Угомонись! Только один? Слушай, у меня уже первый уровень точно заработан. Блять. У нас тут сохранение прошло. Ну все, они меня догоняют и жрут. Да, их до хрена. Всех не перебить. Поджигать нечего. Давай поржем. Нет, не поржем даже. Ну вот и гнездо засчитали. Ладно. Ну а что делать, если толпа туда-сюда шакалит? Кстати, мы потом по сюжету. Да-да, игровая зона. По сюжету, по-моему, мы сюда потом дальше пойдем. Пока просто не добраться сюда. Вам еще вот здесь что-то внутри полезное есть. О, сундучок. Ага. Есть еще патрон? Нет, это какая-то хрень. Предохранитель, да. Сначала предохранитель, потом заправляем генератор. О, зараза. Запускаем. Предохранитель сгорел. Вот теперь дело пойдет. Подожди, ты дело пойдет. Ну вот, порядок. Мне надо еще эти громкоговорители срезать, а то они быстренько тут набегут. Кстати, сколько, интересно, штук тут их. Да. О, да, детка. Ну, мог бы сразу и тряпочку взять, что ли. Канистра. Бензин. А где сам-то генератор? Где генератор? Вон он. Слушай, орда там внизу. Да они уже это? Возле скалы тусуются. Хорошо. Так а чё, как наверх забраться? Я понял. Вот я думаю, что-то на скрипочке начали сик-сик-сик вот так вот пилить. Толпа подходит. Бутылочку возьмем пока. Главное, ни одного этого громкоговорителя не пропустить. Тут же все тут оказываются. Хотя, если вырубиться и типа покемарить по-быстрому, то они убегут обратно. Займутся, короче, своими делами. Просто палиться лишний раз неохота. Потом подставы ради громкоговорителей будут вот на этих вышках еще висеть до кучи. Внимание не обратил покойник. Чисти заново. Зачем здесь подъем? А, ну это чтобы ты побыстрее к генератору, да, добежал?
Все вроде можно запускать. Я тут больше, по крайней мере, ничего не вижу. Че, быстро в домик спрячемся, дверь закроем. Зеленый свет. Зеленый — это хорошо. Это всегда хорошо. А вот свет не очень хорошо. Вроде. Как? Ну, громко говорить или не кричать, значит, это... Посмотрим. Нормально. Но дверь я, пожалуй, закрою. Та-дам! Аптечки. Да, я... А чё же я качал? Рабочий хоть? Концентрация, по-моему, я качал. Давай, здоровье. Правда, немного она добавила мне. Надо было поправить здоровье. Ну, слушай, еще каждый чих, который я делаю, это все запихивают в железную майку. Чем вы здесь занимались? Это хорошечно. Потому что не надо будет это... Ну, можно будет сразу байкать. Берем. Угу. Все. И боезапас на месте. Все, по идее, что можно выходить. Не, ну снег даже неплохо прорисован, мне нравится. Погодка, знаешь, поменялась. Давай. Уже. Уже интересней. Ладно, давай, втопили, короче. Надо пробежать все это дело побыстрее. Точно, да, все тут зачищено. Потом по сюжету мы еще дальше туда вниз, в горы пойдем. Тоже, ну, практически вторая половина игры будет. Это мне нужно. Это мне надо, да. Ухи. Вот так. Ну все, сейчас на сюжетку можно ехать. Готово. Спокойно. Да бросай ты, что крутишься. Давай, наверное, перекур, да, сходим. Потом поедем. Как раз у нас тут фрики куда-то уходят. Жалко, что кофра. Один раз подошел к кофрам, взял, что тебе нужно. Они тебе пополняют один раз только... Любые виды патронов, все, которых не хватает. Потом второй раз нихер типа возле них делать. Ладно, окей. Давай, сейчас подойду. 3 минуты.
Полетели продолжать. Так. Все заправлено. Поехали. Смотри-ка, у меня одежду все снегом замело. По идее, у него должны штаны колом встать просто. Мы в таком виде в детстве с гулянки приходили, когда на санках катались. Просто штаны можно прям было в этом коридоре оставить. Оставить стоять. Да, слушай. Прям погоду изменили на ПК. Стой. Олежка. Подбираем. Он замерз, что ли, просто. Либо его фрики пожрали. Можно будет продать. Совершенно верно. Я всего лишь открываю ворота. Открывайте, я его уже видел. Так, в принципе, я ничего не выполнял в этом лагере, но у меня уже 9000 есть. Привет. Отлично. Как дела? Пока не родила. Как дела? Как дела? Как будто всем интересно, как у меня дела. Я все-таки буду копить на вот эту винтовку. Пока у меня есть, и нехер размениваться по мелочам, 2000 она стоит. Пока ничего такого я не вижу, что можно было бы прикупить полезного. Припасы. Это берем. Да, вот это дело. Пожалуйста. Да и все вроде. Ладно. Скромненько так затарился. Ну, пока. Привет. Трофеи тоже все продаем. Вчера я видел Бухаря. Он твой друг, да? Ох. 138 ушей нарубил. Просто жесть. Да, так и есть. Говорят, это упокоители. Угу. Что это они с ним сделали? Да, упокоители. Слушай, давай не будем об этом говорить. Ага. Спасибо. Еще какая-то побочка как будто есть. Че, музыканты? Ну-ка, слабай мне. Что, про девчонку что ждет, что в слезах? А шапка читать будет, да, сейчас? Он рэпер, походу, местный. Может, мне тоже потанцевать? Танцую. Как у Ивана Гамаза. Да, мама, я танцую. Все понятно. Это пахнет, по-моему, авторскими правами. Песня неплохая, но... Как оно? Слушать, походу, не вариант. Здорово, как жизнь. Нужно что-то конкретное? Да, возможно. Движок можно купить. Прослужит. Берем. Долго. Что еще предложить? Все предлагай. Кофры потом возьмем. Ну, уже кое-что прикупил. Уже хорошо. Дизайн, окраска. Мужик до сих пор играет на заднем плане. Все, больше ну брать да, тут ладно. Нечего. Подожди, стой.
Заправка. Над байком точно нужно и ремонт. Ладно, ладно. Сейчас заправим. Сильно его не долбай. Ну вот, маленько прокачались. Даже потому, что этот... То, что я уже тут лагерь... Ну, как его... Позачищал тут всякую фигню. Давай запускаем миссию. Дикон, эй, все в порядке? Что такое? А, да вообще-то я к тебе. Так. Зашел узнать, не нужно ли чего, ну, для лазарета. На самом деле у нас всего мало. Ну, в смысле, сейчас за ресурсами пойдем. Стерильные бинты, инструменты. А, вот. Хм. Нож Листона? В гражданскую войну такими выполняли операции в полевых госпиталях. Операции? Да, когда не было анестетиков и опия. Я там написала, где такой можно найти. Это брошюра из туристического центра. В Кэмп-Шермане, где фриканы так и кишат? Ну, я попробую. Ты же хотел. Дикон. Тебе нужно, говорит, чем-нибудь помочь? Он говорит, да, у нас мало лекарств, иди принеси еще. Он еще выпетривается. Я туда не пойду, там много фриков. Пойдешь как миленький. Спасибо. Не благодари. Итак. Нож для ампутации. Нож для ампутации. Шерман. А фриков там... Как муравьев. Но не исключено, что там я уже все зачистил. Ну, типа, там будет меньше фриков, потому что там, я, там уже будет меньше гнезд. А может быть и нет. Хрен его знает. Все, других заданий я не вижу. Поехали за ножом для ампутации. Ну, все же догадываются, для чего он. Мужик, отойди. Секунду, я сейчас. Сколько ехать надо? Это радио «Свободный Орегон». Пошел ты в жопу вместе со своим Орегоном. Еще во времена войны за независимость, сражаясь за свободу. Нет, я не в настроении. На радио наорал. Че отметки нету? Как пилить? Ну, в смысле, как долго ехать? Вообще низги не видно. Кэм Шерман, я уже рядом. А, так нам вот в этот город получается, да? Ну-ка. Да, нам в этот город. Я там уже всех зачистил наперед, так что нормально. Здесь еще снайпер потом сидит на обратке, когда выходишь с города. Его я тоже вальнул. Если никакой перестрелки не будет, то, по идее, должно все по-тихому пройти. Слушай, на этом как его? Вот он! На снегу даже мотоцикл заносит. Молодцы какие. А штанишки все снегу. Тряпанька. Из чего? Сейчас мы тут дообдираем все, что есть, как бы. Все, что тогда, в прошлый раз, по карманам не влезло. Все соберем. Домик администрации. Надо как-то попасть внутрь. Нож-то он возьмет без проблем, а вот потом начнется замес, я помню. Тут сейчас человек 20, наверное, прибежит.
Все, больше ресурсов нет. Блять, я же тут что-то зачищал. Куда вы все беретесь? Открывай. Дверь заперта. Так открой ты ее, что-то, я не знаю. Какие-то двери без проблем с ногача выносят. Похер дым вообще. Кстати, мне сюда и надо, да? Ну и чего? Как сюда попасть? Все заколочено. Может, через крышу соседнего здания? Вот. Так, прям с разбегу этот замок не заметил. Это где-то здесь. Там уже кто-то здесь стреляет. Внизу. Мало так, что мы осталось. Дверку откроем. Все вынесли подчистую. Кто-то постреливает потихоньку. Нож вон там у нас валяется. Больше тут, в принципе-то, и брать нечего. Давай. Чик. Ну, по задумке. Вот этот нож. Теперь надо отвезти. Здорово, его Мими. По задумке я должен типа сюда прийти. Посмотреть то, что о, тут еще и гнезда. Давай гнезда зачищать, а потом уже проходить, ну, возвращаться обратно на миссию. Ну, так как я гнезда уже заранее зачистил, все нормально. Оп. Иди-ка сюда. Трясь. Кстати, и лома у меня полно. По идее. Мне вот только не хватает. А, нет, это тоже максималка. Мне аптечек не хватает. Единственное, что. Это нахрена-то я тоже создам. Почему бы нет? Керосина бы еще кусок. Было бы в тему. Все, точно мне только к майку? Да, только к майку. Заправимся, да поехали. Что тут еще делать? Значит, тут дальше будет попозже миссия, что вот прям в этом городе ты бегаешь и куча этих намадов, по-моему, нападает. Эдди, я достал тебе этот нож. Спасибо, Дикон. Ты прям не представляешь, как он нам нужен. Мотоцикл-то в другой стороне. Нет проблем. Я рад помочь. Тихо. Давай-ка мы тут посмотрим, что у нас есть. Ну, давайте. Пока покрутится 508 лет. Ага. Патронов даже не надо. Кто быстрее? Кто быстрее до мотика на перегонки? Смотри, какой настырный. А, нет, все нормально. Его отпустил. Порядок. Давай, бросить. Бросить. Давай-ка мы подремонтируем. Я уже где-то успел удариться, что ли. А, ну да, я же в дерево въехал сзади. Вот так лом расходуется. Поэтому лучше гнезда зачищать наперед, чтобы они просто потом не мешались. Хрена тут дрифт. Но серьезно, на консоли, на PS4 такого не было. Его не заносило мотоцикл. Вот такие вот штуки нельзя было крутить. Погода была не такая. Добавили туман, снегопад добавили. Дождь. Дождь тоже. Дождь и до этого был, но не такой сильный, как бы он прям не лил, как из ведра. Не видно ни хрена.
мне вполне нравятся вот эти нововведения, это забавно. Преобразилась, короче, игра. Кто-то идет. В лучшую сторону. Тихо. Стойте, я его знаю. Открывайте. Да, сейчас надо заранее начинать тормозить. Улетишь нахрен. Все, нож приехал. Привет. А, вот тот нож, который тебе нужен. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Я вообще не понимаю, что в нем такого особенного, почему они не могут использовать для ампутации обычный нож или пилу. Вообще, ну, ножом кто ножом ампутирует? Что за хрень? Нужно пилой вроде как распиливать кость там и все такое. Ножом ты можешь мягкие ткани разрезать, мышцы там и так далее. А кость-то ты что, ножом будешь пилить? Ну, еще немножко, и можно будет уже второй уровень доверия получить в лагере Железного Майка и качнуть получше еще байк. Это, в принципе, почти все улучшения со второго уровня открываются. Разыскать Лизу в Кэмп Роук. А, ну ту девку, которую мы спасли, малую. Точно. Проблемная девица. Походу ее опять эти, как вам, упокоители похитили. Все, больше миссий никаких. Значит, поехали к девчонке. Слушай, вроде даже снег подутих. Не-не-не, я с этой стороны лагеря, хотя, может быть, и выйду. Эй, как думаешь? Вот только так можно, по-моему, тут проехать. Единственный, по-моему, второй выход с лагеря. Помню, еще сюда прям медведя загонял. И его эти вот охранники. Ну вот, на вышке там двое стоят, они его убивали. Я потом все собирал, то, что с него выпало. Можно и так шустрить. Ну, прикольно то, что можно, допустим, медведя на толпу натравить, толпу на медведя, там, толпу натравить на другой лагерь. Можно чудачить. Тихо, тихо, аккуратненько себя ведем. Я все жду, когда банши появится. Все западло посмотреть. Так, вроде это здесь. Лиза, угу. Держись, я иду. Ну, что и требовалось быть где-то здесь. Что и требовалось доказать. Я тоже должен был сюда заехать и начать сначала гнезда чистить, чтобы поменьше народу было. Но я уже все сделал. Где ее искать-то? Может, она где-нибудь тут? Да, она, короче говоря, вот тот самый шкаф, который там не давал мне пройти. Ну, точнее, я проходил мимо него. Она там, за этим шкафом тусит. Я вспомнил. Надо будет, наверное, что-нибудь... Надо какую-нибудь способность такую поискать, чтобы поменьше вот это вот оружие у меня расходовалось.
то очень много лома у меня уходит. Так, где она? Нет, на шкафу. Под шкафом нет, быть может, есть в шкафе. Сначала еще раз тут проверю все. Надо просто записку взять. Где он? О, тут. Это Лиза написал? Лиза, ты где? И все? А, ну да, потому что, ну, я говорю, тут разработчиками придумано так, то, что ты сначала начнешь лагеря тут эти гнезда зачищать, потом уже ты будешь эту Лизу искать. Как говорится, думай best. Задача. Лиза напомнила мне... А, ну понятно. Я не допущу, чтобы с ней что-то случилось. Вот этой девахе по сюжету вообще больше всех, по-моему, не повезло. Только был и след простыл. Поехать к указанной точке. Давай-ка мы лома возьмем. Кстати, лом тут заново появился. Там еще у нас друзья приехали. Раз, два. Что-то тут не так. Сначала знаешь, что не так. Здесь кто-то есть. Что там? Я как черепашка-ниндзя просто выползаю. По-пластунски. Садись на карты. А, ну их всего два. Только придется спалиться. Хотя, подожди. Второй-то затупил. Кстати, было бы сложнее, если бы искусственный интеллект был прописан... Да, блядь. Заболтался. Если бы искусственный интеллект был бы прописан, то что вот приехали, допустим, вот эти вот номады. И такие, ага, чей-то байк стоит, давай попортим. Было напряжно куда. Напряжней. Ну и все. А вон еще. Если один ходит, значит и второй должен быть. Попробуем по стелсу бахнуть. Обычно они вдвоем приезжают на мотоцикле. Что это? Что? Так, еще один он либо в доме, либо за домом, где-то рядом, короче. Каких-то еще ингредиентов не хватает. А вот второй. Че, орешь-то? Не ори, тут у нас орда ходит. Он на стуле, как заправский алкоголик, уснул просто. Ладно, его потом свои подберут. Но, может, найдется у них тут что стоящее. Ну, прям замес. Кстати, он в баре как раз и вырубился кверху жопой. Давай, полечимся. Мы можем делать что-нибудь, да. Стерилизатора теперь не хватает. Как-то вот последние, вот серьезно, последние 2 часа ресурсов прям впритык дают. Их хватает, чтобы, конечно, не так, как его. Совсем не сдохнуть. Ну и очень мало. Сигналка. Вот западло, да? Если тут толпа, короче, ну, орда ходит. То они, естественно, прям на нее и прибегут. Заткнись ты. Но так как нету гнезд, в целом народу мало. Так, что нам по заданию? Ага. Больше никуда не надо? Да нет. Давай, да-да.
А я на чужой байк сел. Покуха, нам чужих не надо. Мы его повредим. Ну да, конечно, так. Чисто. Диверсия. 0%. Я у него три лома скрутил. Слушай. Забавная штука. Мы можем чужие байки расковыривать и с него лом по собирать. Не знал, кстати. Об этом приятном нюансе. Все. Можно потихоньку сваливать. Кстати, тут даже, по-моему, и толпы не тусуются. Вроде день. Они должны были там быть, но я их не видел. Может, серьезно, маленькие... Ну, маленькие скопления фриков исчезают с той местности, где ты гнезда зачищаешь. Только, ну, если большая прям орда, то она тусуется вот в определенных местах. Хер знает. Че, мне обратно в лагерь, что ли? Да, слушай, мне прям в лагерь надо. Нахрен. Тут быстрее пешком будет, чем в объезд. Просто достаточно подойти и заправить мотоцикл, и у тебя сразу же он появится, ну, возле гаража, короче. Петлять там по этим тропинкам, такое себе удовольствие. Привет. О, быстрее иди. Я ищу кое-что. Забрать ваш байк. Даже не представляю. Серьезно? Не знаешь, как починить? Целый полтинник это стоило. Буду здесь, если понадобись. Если что нужно, скажи. Я думал, если ты в лагере находишься, то это уже считается то, что ты как бы, ну... От него не уезжал. Эй, короче, я пришел проведать понял. Этого жирного лентяя. Ну чё, Бухарик, не надоело тебе валяться? Там Бухари. Дикон, тебе сюда нельзя. Тихо, что происходит? Всё, гангрена. Ему нужен отдых. Чё ты мне втираешь? Я тебя спросил, он поправляется? А чё, видно? Глупый вопрос. Нет, Дик. Но антибиотики... Этого мало. Слишком мало. Я не понял, ты сказала, что... Я сказала, что я попытаюсь. Теперь остается только ждать. Значит, ждать. Ждать. Дикон. Нет, это... Знаешь Дикон. Что? Я Дикон. Могу кое-что Дикон, сделать. Дикон, я могу... стой! Что? Ты хочешь что-нибудь разбить, я по глазам вижу, но знаешь что? Валяй, разбивай, но только за дверью. Эдди, я всё. Могу. Иди. Ты уже сделал все, что ты мог. Сможешь. Пожалуйста, иди домой. Иди домой, Дикон. А ничего, что дома немножко нет? Дик, Дик. Ну что? Хотя вот по сути, да. Я съездил в город, взял там бумажку. С этой бумажкой я просто вернулся обратно. Вот, вот и все задания, по сути. Он поправится. Просто надо пару дней подождать. Пойдем-ка со мной, я тебе кое-что покажу. У меня дела. Я своей шеей рискую. Серьезно, ты должен это увидеть. Ну, там мутный тип. Пару месяцев назад в лагерь приходил один намат, рассказывал всякое. Якобы он работал в аэропорту.
Он был там, в Фервале, когда пошел весь замес. Все? Как-то ночью они ждали самолет из Портленда, но он так и не прилетел. И он вез груз для Красного Креста. Красный Крест? Да, понимаешь? Медикаменты, оборудование, целый трюм этого всего. Может, и от заражения крови всякую херню. Антибиотики. Да-да-да, я про них. Короче, такое. Куда? Эй, не ори только. Заходи, поговорим. Ну, короче, этот намат был в диспетчерской, когда самолет просто исчез с радаров. Буф, только был, и след простыл. Примерно здесь. С юга горы Вашингтон. Это с его слов. Упал целёхонький. Типа, ну, управляемое падение. Парни наши А вот после этой миссии у нас появятся большие фрики-танки, короче. Мы сейчас поедем к самолету. Там будет этот танк. Большой. Сидели и слушали, как умирает пилот с перебитым хребтом. Ясно. И вы никого не посылали на поиски? Неа. Почему? Потому что старик против. Железный Майк? А, понял. Упокоительно. Да ты на лету сейчас. Все, к западу от Айрон Ридж теперь принадлежит Карлосу и его банде веселых лысых гопников. И если они тебя там поймают... Короче, иди на север, брат, потому что иначе договор Майка с упокоителями... Да понял, вот я вот понял. Так. Но вот вопрос, зачем ты мне это рассказал? Так, во-первых, я ни хрена тебе не рассказывал. Усёк, брат? Во-вторых, ты же намат. Я же не могу бегать за тобой, как шестерка, и жопу тебе подтирать. Ясно. Я человек занятой. Я понял. Ты просто у нас такой славный малый, да, Шиза? Я просто пытаюсь выжить, как и все вокруг. Шиза скользкий тип. Знаешь, надо жить по совести. Это все, что нам осталось. Улавливаешь? Да, я улавливаю. Держи рацию под рукой. Свяжемся. Печор говорит, о чем я? Так, ну отсюда достаточно просто выйти, да? Это выход? Да, Шиза, на тебя всегда можно положиться. Ну что еще? Что угодно, лишь бы не торчать в этой дыре. Да, заниматься же надо чем-то, пока у нас бухарь болеет. Что-то мне сдается, мне надо подождать. Заданий потому что никаких. Ладно, давай выкатимся с лагеря. Когда и задание должно прилететь. Как у них быстро погода меняется. Только не, ну, не так давно получается. День-два назад снег валил, уже все растаяло, все сухое. Сэнджо, ты на связи? Да, Шиза, слушаю. Насчет того, что мы обсуждали. Мне время нужно. Надо глянуть, что там на границе с Iron Butte. По части упокоителей, если ты меня понимаешь. А нет, вообще не понимаю. Может быть, разъяснишь? Размечтался. Не забывай, я пошел на риск. Смотри, чтобы я об этом не пожалел. Короче, я скоро с тобой свяжусь. А пока займись чем-нибудь полезным. Докажи, что Майк в кои-то веки оказался прав. Ну да, конечно, Шиза, как прикажешь. Конец связи. Делайте побочные задания. Вкратце. Так делать-то вот нечего как раз. Ладно, давай просто постоим, я не знаю, подождем. Сен-Джон, ты где, братан? Я здесь, Шиза. Вот и он. Только я тебе не братан. Ну, как скажешь. Я просто стараюсь другу твоему помочь. Насчет того дела, скажем так, тебе пора выезжать. Станы и волки. Ха!
Да, так тебе. Так, бегаешь, никого не трогаешь. А, ты про границу с упокоителями? Очень смешно. Ничего подобного. Я к тому, если ты хочешь прокатиться, как вы там говорите, пожечь резину, так вот сейчас самое время. Усёк? Да, Шиза. Как всегда, усёк. Конец связи. Пожечь резину. Так, доступно новое задание. Только одно, да? Ну, конечно, не как в Человеке-пауке. Кстати, просто вся карта светится этими побочками. Хрен знает, за что хвататься. Тут как-то это дело более равномерно. Короче, надо будет стерилизатор поискать. Да вообще, в принципе, все поискать. Так, ну чё, километр? Куда-то в ту сторону. Олень на дороге. Ну куда ж тебя несёт? Вот и мясо. Ну что сделать, если он затупил? Почему бы не сбить его? Правда, это немножко урона получило. Ну, мотоцикла моя. Давай посмотрим. Да пофиг. То, наверное, на то и выходит. То, что ты сбиваешь одного оленя, это у тебя расходует один лом. Одна шкура оленя продаешь, и у тебя вот как раз цена одного лома будет. Примерно. Ну, по управлению байк вроде чуть-чуть поувереннее себя чувствует. Что это такое? Прям синим что-то отмечается. Посмотрим поближе. Что-то я должен тут найти. Ну, куда? Есть. Что есть? А, угу. Правда, плохо видно следы. Вот наверх. Как? А тут только и водятся, что убийцы, намады и бандиты. Все понятно. Чистим лагерь. Залезть-то не хочешь? Эй. Да, они заложники кого-то взяли. Кто это был? Тихо. Эй, ты! Какая граната, ты чё? Кто-то стреляет! Нет! Несём потери! Сколько их человек, интересно? Надо перезарядить. Один умник прям в гермошлеме. Огонь! Теперь без него. Ранен! Ранен! Надо поближе подходить. Выходи! Далековато у нас. Ну-ка, я с пистолета достану. Шевелись! Достану. Валим отсюда! Ну, ты попал. Это ты попал. Ну, я, да, я тоже попал. Все, что ли? Кому-то нужна помощь. Как-то они быстро кончились. Что это такое? Стерилизатор. Кстати, мне как раз их не хватает, чтобы аптечки делать.
оружие. Помоги! Эй, помоги! Да подожди, сейчас я подойду, помоги, не ори. Мне! Не ори. Все, больше нечего тут брать. Все украдено до нас. Ну? Держись, держись, я иду. Вот тоже держи, его в лагерь отправляем к этому лагерь. Майку Железному. Да, да. Где? Покажи. Я пойду. Пойду. Иди к Lost Lake. Спроси Рики Патил. Она тебя впустит. О, черт. Я думал, мне конец. Прям жалко, эту трещотку нельзя скипнуть. Огромное тебе спасибо. Скажи, что прислал Сент-Джон, Дикон. Они меня знают. Смотри, чтобы тебя не заметили. Как будто это важно. Ну и все. Можно спокойно ехать. Кстати, среди них был снайпер. Я бы вот здесь проезжал, он бы по-любому меня щелкнул. Еще какая-то побочка. Почему бы и нет? Доверие. Доверие тоже типа надо зарабатывать в лагере. Такое. Так, надо осмотреться. По-моему, я тут был. Что я должен тут найти? Причем радиус поиска где-то тут вообще, наверху. Ну-ка давай вот колючки прям подойдем. Вообще ничего нет. Вот, байк надо смотреть. Что тут у нас? Ну еще кого-то поймали, вот и все. Это здесь. Это что значит? Что тут еще надо смотреть? О, шапочка. Ладно. Чья-то. Где? Все, не уйдешь. Ощущение, что сейчас погоня какая-то будет. Ой. Ой, здрасте. Ой, здрасте. Откуда они тут нарисовались? Вроде тишина была. Господи, что ты... Замочили кого-то, подумаешь. По-моему, это нормальное явление должно быть уже. Кто-то подыхает. Все, кончились. Сейчас я их осмотрю. Аптечка. Опять ремонт. Кстати, лом как раз закончился. Пятеру дали. Да нормально, слушай. Ничего не потерял. Керосину заодно. Все. Нормуль. Так. Слушай, мы даже не этого ищем. Что-то я понять не могу. Я нашел то, что я искал.
Ага. Как-то вздох, и все поиски прекратились. Странно. Видимо, просто я должен увидеть всю трагедию чувака, который тут... которого убили просто. Ну и заодно посмотреть, что тут валяется. Не так уж трудно. Ладно, что, ресурсы нужны. Смотри, как каждый замок. Ну вот. Все заперли. Тут и нет ничего. Я не буду это ломать уже, но смысла нет, она на выход на улицу идет. Так, где тут, тут я канистру видел? Пошли байк заправим и поехали, короче. Нихер тут больше делать. Странная такая побочка. Это скорее не побочка, а просто активность. Типа был байк, потом мужик шапку потерял и забежал туда в сарай и умер. Вся история. Ладно. Не, ну хотя бы этот, наверху лагерь зачищен. Вот так. Так или иначе, их все надо чистить. Ну вот, порядок. Это поправимо. Продержится. Все, поехали. Трунь. Слушай, а тут ехать-то вообще ерунду осталось. Стой. Вот и лом, которого не хватало. Сейчас еще посмотрим, может быть, аптечка еще ко мне влезет. Десяточка. Отлично. Ну, куда ж ты пошел-то? Влезает аптечка? Нет, максималка. Ну и ладно. Опа, Степа, вот растяжка еще. Я так полагаю, это по мою душу. Кто орёт? Да, за ним, за ним! Чёрт, у нас потери! У нас потери! Согласен. Иди сюда. Ну, мужик, ну что ты? Долго бегал от меня. Они засаду устроили. Хорошо, что я байк рядом оставил. Я бы сейчас с мотоцикла слетел. Потерял бы еще где-то 8 единиц лома. Урона бы всякого. Ну и плюс еще подраться бы с ними пришлось по-любому. А так 3 патрона и все. Вот этого я еще не обыскал. Хотя вот эту веревочку-то вообще еле заметишь просто. Кстати, новая локация, у нас тут не гнезд, ничего нету.
По-моему, мы сюда будем не часто ездить еще. Не раз. Шизо, это Сент-Джон. Я на границе. Ты моих людей там видишь? Нет, тут все чисто. Слышь, сколько у меня времени? Времени? Для чего это? Мы тут с парнями в картишки сели перекинуться. Правда, кое-кто из них в дозоре сейчас должен быть, но уж я закрою на это глаза. Мы так можем всю ночь просидеть. Значит, до утра! Ясно! Конец связи! Ну и что делай бы? Это он. Кто он? В чем дело? Проехать на место крушения. Ага. Да, сейчас вот миссия про разбитый самолет будет. Сейчас еще по дороге придется упокоителей пострелять. А где-нибудь заныкаемся, что ли, для приличия. Так, травка маловато. Ой, да похер, короче, задолбали. 10 лет сейчас будем. Свобода, равенство и братство. Сейчас ты будешь свободен! А у него шлем, что ли, какой-то? Плохо видно. Он не движется! Что, дурные, что ли? Ты потерянный! Потерянный! Он бежит от своей тени! Блядь, как его замочить-то? Пиздец, у него патронов. Гнида какая. Сколько ему? Раза три, наверное, в бошку попал. Очень странный молодой человек. Я не думаю, что его только по стелсу надо вырубать. Ты следуешь пути? Здесь кто-то есть. О! Подстрелили, подстрелили! Подстрелили пацана. Ладно, будем засекать, сколько ему урона надо нанести. Сукья. Так, давай так сделаем. Наконец-то. Огонь! Ты станешь пеплом! Ладно. Ну лезь уже! В общем, автомат как-то поэффективнее на него подействовал. Пошли патроны собирать. Возьму. Беру. Ну, таких как кордонов будет, по-моему, тут 3 или 4, что ли, по дороге. Все. Слушай. А, ну вот как раз то, что с чего он в меня стрелял, вот это вот. Хреновина. Только забавное, но патронов не найдешь. Да. Только постоянно, если только докупать. Это дорого. Такая пуха пригодится потом на развал толпы. Рановато ее носить с собой.
Сейчас так же в наглую пойдем. Че тут толстыми всякими заниматься? Так сойдет. Какой у него мощный шлем. Я изрешечу тебя. Попробуй. Все, тут только один был. Что-то я сомневаюсь. Ну, может быть. Кстати, по идее, мне игра любезно предлагает взять как раз вот этот автомат, чтобы большого завалить побыстрее. Может так и сделать? Это взамен винтовки у меня будет. Слушай, да пойдет, да? Возьмем. Теперь мое. Тогда винтовку придется покупать. Либо потом ее отвоевывать у кого-нибудь. Ладно. Что-нибудь придумаем потом. Где-то тут у нас еще были патроны. О. Тебе уже не нужны. 16 патронов всего. Сколько у меня их тогда? Хрен знает, но обойма даже не полная. Ладно. Может быть, пройдя все кордоны, у нас получится собрать побольше патронов. Да, здоровяка просто будет проще валить. А, снайпера вы мои, снайпера. Дайте я вас сейчас расцелую. Тут как бы удобнее винтовка бы пригодилась. Мы сейчас их обойдем. Обойдем где-то вот так. Как-то вот так. Потом весь камень прям. Вот докуда он светил. В сторону вот так обойти. Нормально будет. Сейчас мы их обойдем и перережем их прямо на этой вышке. И все. Ну, ждать-то будешь. А вот это интересно. Не знаю, зачем эти плиты вообще в игре сделали. Просто к ним подходишь, читаешь название и все. Режь-то. Подходишь и вырубаешь. Чик. Что у них за винтовка? Ну такого же второго класса, как у меня была. Мы ее потом возьмем. Идиот. Ну в принципе-то что, голова ему не нужна и так была. Я просто немножко помог. У них обоих, да, одинаковые винтовки? Да. Все, кидай. Там еще такой же с пулеметом ходит, я видел. Это мне нужно. Вамаш. Ботаника, находка. Что за квамаш? Вон там самолет. Но мы сейчас ниже завалим вот этого, чтобы патроны получить.
Ну давай, дохнем уже. Блин, еще как вариант. Да, блин, пулеметные патроны. Еще 18 штук. А где 50 там, я не знаю. 150. Не густо. Подожди, он что, выбросил? А, нет, все нормально. Это мы заряжаем. Сейчас посмотрим, сколько влезет. А, он и взять не может. Я хотя бы одну, один кусочек лома-то утащу. В этой игре жадность не порог. Чтобы без ресурсов не сидеть. То не бывает, очень быстро кончается. Господи, охренеть можно. Ну, такой у нас местный мини-босс, короче говоря. Потом их будет много. О. Часто встречаться начнут. Они сами своих же жрут. Здравствуйте. Наверное, автомат мы для начала потратим. Он нападает! Но никто на тебя еще не нападает. Перезарядочка. Главное кувыркаться, как Dark Souls, и все нормально будет. Ты даже не устал? Припасы качаются. Все в порядке. Есть! Почти готов! Ну, почти, но не совсем. Он примерно... Ну, когда же ты подохнешь, скотина? Жира у него столько же, сколько у Мишки. Ну, плюс-минус, может быть, там. Чуть-чуть побольше. Сдохни уже, падла! Тихо, 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 тихо. Быстрей. О, запас сил иссяк. Быстрее. Блять, падла. Ну-ка, давай на мужика додавим. Это все? Все. Господи боже. А я случайно, кстати, вот в сундук попал. Это... Он из этого сдох. Если бы я в сундук не попал, пришлось бы еще немножко в него пострелять. Надо найти антибиотики. Так, давай бинты делаем. Патроны собираем. Все вроде, да? Ну все, больше тут, в принципе, никого не будет. Так, если только мелочь какая-то. Потом, если что, пусть у меня пулеметный пулемет этот будет. Мы потом, если что, снайперку купим. Там вроде достаточно второго уровня доверия, чтобы снайперку купить. Походу полный магазин. Хотя. Вот возле босса прям. Да, это взрывной этот. Взрывной чемодан. Я в него попал, и поэтому он сдох.
Надо было, наверное, не тормозить и сразу, да, в него стрелять. А там мелкие тоже прыгают. Так-то вроде все. Давай мелких пошустрим. Да, у нас получается полная обойма, это 165 патронов. Немного, кстати. У них там гнездо, что ли, какое-то у малых. Давай, наверх поднимемся. По-любому что-то еще вкусное есть. Ну-ка, малышня. А чё? Не подняться? Ничего себе. Давай так тогда этот детский сад истреблять. Еще один там тусит. Тусит. Уходи. Блин, не видно его. Где-то тут. Попал. Ваншот. Еще трофеи. Хотя мне самому сюда не забраться. Почему? Да первый раз я с этим здоровяком бился. Он гораздо мне больше, ну, тяжелее пришелся. Сейчас как-то на изи вообще. Так, ну и все тут, по идее-то. Мне больше собирать нечего. Да. Все, давай. Забираем сюжетную какую-то штучку. Что там, антибиотики мы берем. Да. Пойдет. Отнести антибиотики к байку. Надо отнести их к байку. Тут что-то я смотрел, здоровяка прям можно было петлять, убегать там что-то вокруг. Я знаю, по сути, я его просто на мужика завалил. Ему полегчает, и мы свалим отсюда. Поедем на север. Но они еще будут встречаться. Дикон Сен-Джон, прием. Дик, это Рики, прием. Она не должна узнать, что я здесь. Почему? Рики, это Дик. Сигнал прерывается, я тебя не слышу. Дик, ты где? Мне нужно... Извини, Рики, мне сейчас малость некогда. Какие-то недоговорочки, потом начинается попадос какой-то. Че ему некогда? Я ж тут всех убил. Кстати, байк у нас телепортировался, я его в начале этой тропы оставил. Да-да. Стой! Это Дикон. Стреляй! Ты, за ними. Нельзя дать им уйти. Быстро! Ты нашел? Я нашел все, что осталось. Все, что осталось? Что такое? Что за стрельба? Так, стычка с упокоителями. Я уже разобрался. Ты разобрался? И как? А. Ну, все ясно. И что тебе ясно? Кто тут командует обороной, я не понял. Ты знаешь, я каждый день задаю себе этот вопрос. С меня хватит. Ага. А ты что тут делаешь? Что я тут делаю? Эдди послала за тобой. Зачем? Так, стоп, что там с Бухарем? Я не знаю, поехали. Что, нам нужно в лагерь по Бухарю ехать? Что там с Бухарем? Не знаю, Эдди велела найти тебя.
Ребята сказали, вы с Шизой сюда поехали. Теперь я поняла, зачем. Ну и что же ты поняла? Самолет, медикаменты. Это не то чтобы большой секрет. Майк вел переговоры с Карлосом. Хотел, чтобы мы поделили их между собой. Брехня это все! В каком смысле? В таком! Я там был! Половину груза уже растащили. И все следы с места крушения ведут на юг. Упокоители, я знаю, уже не первый год водище. Им вообще нельзя верить, ни единому слову. Ты говоришь прямо как Шиза. Это он тебя подговорил. Он рассказал тебе про самолет. А, ну-ну. То есть ты думаешь, я его шестерка, что ли? А что, нет? Тогда откуда ты узнал? От намада в лагере Коупленда. Сама говоришь, это не то чтобы большой секрет. Ага, конечно. Шиза давно искал повода с ним подцапаться. Повезло, что подвернулся ты и помог ему. У нас Дикон не всегда прям по чести поступает. Иногда и врать может. Хочу вопрос задать. Может, не надо? Когда ты был у нас в последний раз, по осени, ты послал Майка нахер, потому что он не хотел платить тебе за новых людей. Все было не совсем так. Я отлично помню, как все было. Майк сказал, что не ведет дел с работорговцами. Так, мы никогда никого не заставляли идти к вам против воли. А Такер? Она тоже не заставляла? Не знаю. А ты не думал, что у человека, который умирает с голоду, который не спал несколько дней, который до того отчаялся, что не стал от тебя убегать, ты не думал, что у таких нет выбора? И все равно ты вез их всех в Hot Springs, чтобы срубить кредитов. У всех есть выбор, Дикон. Нам тоже непросто. Иногда мы берем к себе людей, которые не могут отрабатывать свой хлеб. Радуйся, что железный Майк не такой, как ты. Поучительно. Уильям! Уильям, если ты меня слышишь, немедленно прекрати! Эдди, что происходит? Бухарь! Так, подержи его. Ты что творишь? Слушай, что творишь? Слушай, это необходимо сделать прямо сейчас. Что сделать? Нет. Не смей. Господи. Нет, нет. Охренела? Да сейчас, так я тебе и позволил. Слушай меня. Антибиотики могут спасти ему жизнь, но руку ему уже ничто не спасет. Послушай, ты должен мне с ним помочь. Или он просто умрет на твоих глазах. Понял. Включается. Отвали. Дикон. Ладно. Ладно, все. Привет, брат. Ну, не знаю, вроде взрослые люди, что тут уговаривать, должны все понимать, что если у человека гангрена, лучше отрезать, потому что иначе он просто подохнет. Что-то еще сопротивляется, там нет, не надо резать. О чем ты вообще? Эй, братан, давай-ка смотри на меня. Держи как ладно. Следует, Дикон. Тихо. Так. Держи вон там. Ладно, ладно, ладно. Так. Боже мой, не получается. Стой, 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 ну кровь же хлещет, он кровью течет, прекращай. Дай мне бинт. Ладно. Нет. Бухарь, терпи, терпи. Держи. Терпи, брат. Держи. Вот тут держи. И прекрати мне тут паниковать, Дикон. Та-дам. Эй, ты молодчина. Когда в школе училась, думала, кем бы мне стать, инженером или, может, хирургом? И чё не пошла в хирурги? О. А ты? Эй, ладно. Сегодня ты спас своего друга. Боюсь, он другого мнения. Он все поймет. Надо поставить ему капельницу. Не знаю, где ты все это добыл, и знать не хочу. Но это многих спасет, Дикон Сент-Джон. Очень многих. Пойду помогу Эдди. Майк, ты успокойся, ладно? Дикон! Иди сюда! Сейчас от бати получит, нагоняй. Я знаю, что ты сделал. Не мог я дать ему умереть. Майк, остынь.
поздно уже. Да я понимаю, что поздно. Бухарь выживет? Я не знаю. Но они тебя видели и выследили. Когда об этом узнает Карлос, он нам такое устроит? Да срал я на твоего Карлоса! Ты подписал чек кровью других людей! Надеюсь, ты доволен. Кто меня выследил? Хоть бы погоню прописали какую-то, я не знаю, там. Ты сделал, что должно. То эти стояли на мосту, кого-то стреляли, а в кого, кто за нам загнался, намады, упокоители, хрен его знает. Ну, наверное, намады все-таки. Не знаю, непонятно. Майк, погоди. Подписать чек кровью другого. Лагерь Майка. Почти, кстати, второй уровень. Давай посмотрим, что качнуть. Попробую посмотреть вообще. Вот, да, кстати. Хотелось бы, конечно, стрелковое что-то открыть, но... Вставать на ноги, выполняя перекаты. Возможность оглушать людей и фриков ударами с разбега. Дает шанс нанести решающий удар человеку-фрику при использовании холодного оружия. Ну так... Тут только нож считается или бита, допустим, тоже? У меня как она еще работать будет? Ладно, давай это. И стрелковое что-нибудь откроем. В этой ветке. Так, ну-ка, подожди, прочитаем. Не то, не то. Вот это. И тоже не то. Уменьшение шума. Не знаю, пока не требуется. Двое больше растений точно нет. Увеличение количества мяса. Фигня. Ускорение восстановления тоже ни о чем. Подсветка контуров при взгляде следопыта. Ну, может быть и пригодится, но тут надо еще, получается, раз, два, три. Дорого. Подвоение эффективности лома при ремонте байка. Эта штука, в принципе, полезная. Не то. Увеличение максимального количества сырья, ловушек и метательных предметов, которые вы можете носить с собой. Блин, тут очень много надо прокачивать тогда. Длительность действия микстуры, значительное восстановление запаса сил и восстановление запаса сил при получении урона. Ну, это типа что-то вроде выброса адреналина. Не знаю. Так, что тут? Арбалетные не то. Здесь перезарядка стрелкового оружия, больше не расходует концентрацию. Ускорение перезарядки. Точность стрельбы. Точность стрельбы я беру. Потом что-нибудь здесь качнем еще. Нет, так или иначе, почти все способности будут прокачаны. Ну, почти все. Привет. Сама здорово. Привет. Как дела? У меня тут всякое есть. Так. Ну, тут третий уровень доверия. Но потом мы вот эту винтовку возьмем. Все остальное пока особо не интересует. Так-то лучше.
Ладно. В принципе, у любого снайпера можно всегда надыбать. Ты еще заглянешь? Ну, как дела? Привет. Особо продавать нечего. Каждого снайпера можно надыбать винтовку, так что ничего страшного. О, это все? А такой вот автомат может пока пригодиться. Пока. Он же почти как автомат. Привет. Я просто смотрю. Давай, доправляемся. Тебе нужны тонны топлива. Уровень доверия пока. Буду здесь, если понадоблюсь. Так, ну и все, да? Мы сейчас доедем. Пока. И стрим будем завершать на этом. Потом сразу же запустим второй. Ну как сразу же? Сейчас тебя открою. Тетка телепортировалась. Так, проверяем. Никаких побочек больше нету. О. Давай, быстрый переход тогда. Потом сюда вернемся каким-то макаром. Я просто одно уже такое белое задание пропускал, оно не обязательное, но с камнем надо потрещать. К сожалению. Подумай, чего у меня это? Не хватает бензина. Ну, открывайте уже! 4% всего. Пускайте. Ну, давай заправимся. Диком? Как торговля байками, Зенни? Байк жрет нехило. Согласен. Ну, в этом лагере денег у меня полно, так что вообще без проблем. Сейчас доезжаем до камня. Потом на следующем стриме продолжим. Погоди, я открою. Лост Лейк вызывает Сен-Джона. Дикон? Да, Рики. Что такое? Железный Майк сказал, что ты готов нам помочь. Добыть припасы для лагеря. Но ты не готов работать с Шизом. Да, типа того. Что ж, я тебя не виню. Ладно, получается, работать будешь со мной. Так что загляни в мастерскую. Для тебя есть дело. Да, ладно. Конец связи. Я не попался. Ну, они там за мной бегут вовсе. Бля, тут и волки. Все вместе. Дикон, ты слышишь? Да, Рики, что такое? Я хотела сказать, мне жаль, что так вышло с Бухарем. Уж ему-то как жаль. Эдди просила тебе передать. Если бы ты не привез ей тот нож, Бухарю сейчас было бы гораздо больнее. Да, все без в порядке, этого ножа чего? Вам просто он было бы сдох. Труднее его резать. В общем, я... Мы надеемся, он выживет. Он ведь мне тоже друг. Слушай. Спасибо тебе, что привела нас в лагерь. Мне пора. Конец связи. Все, время немножко с камнем разговаривать. Привет. Это снова я. В общем, я... Отвез Бухаря в лагерь Лос-Лейк и... Знаю, я сказал, что больше туда не вернусь, раз Железный Майк пригрозил свернуть мне шею, но у меня не было выбора. Бухарь был при смерти, и все равно он не хотел ехать. Да я и сам не хотел, но, как я сказал, выбора не было. Ни у него, ни у меня. Хотя все равно в итоге он лишился руки, и теперь непонятно, что ему делать. Что нам делать? Ушлепок Шиза. Слушай, не помню, рассказывал я тебе про этого клоуна. Знаешь, людишки такого пошиба нашествию фриков только обрадовались. Говорит, раньше он был бандитом в Сакраменто или во Фресно, не помню. Но он не местный, это видно. И он врет.
Якобы он торговал наркотой и оружием повсюду от Калифорнии до Орегона, а потом началось фрик-шоу. Только знаешь что? По-моему, он гонит. Он выглядит как студентик, который играл в лакросс, торговал газировкой в торговом центре или... Нет-нет-нет, точно. Он работал на теплом местечке в папиной бухгалтерской фирме, ксерил документы и бегал всем за кофе по утрам. И при этом за день зарабатывал больше, чем я за неделю. Знаешь, до того, как мы с Бухарем свалили из Лос-Анджелеса, сколько информации-то, мы играли в игру. Мы ее называли «Кем ты раньше был». Смотришь на человека и пытаешься угадать, кем он был до того, как мир покатился к черту. Я встречал наркоманов, много уголовников, но ни одного бухгалтера. Вообще-то логично, если вдуматься. Первые несколько недель, когда все случилось, тут творился настоящий ад. Да никто из этих офисных крыс не смог бы такое пережить. Так что не знаю, может, он все-таки не врет. Я рад, что ты всего этого не застала. В общем, мы с Бухарем хотели ехать на север, убраться отсюда подальше, но... Не знаю, когда теперь получится. Может, уже никогда, но... Одно радует. По крайней мере, мы с тобой пока не расстаемся. Ладно, я еще заскочу попозже. Пока. Болтун, находка для шпиона. За это хоть что-нибудь дадут мне? Хоть опыта навалили чуть-чуть. Так. Теперь нам нужно двигать через всю карту. Вот сюда. Лучше, наверное, трофейную охоту. Хотя не знаю, что лучше. Не, наверное, лучше сюда получается. Тут это менее сюжетное. Ну, типа не основной прямо сюжет, но один из... А вот этот уже ближе к основному сюжету. Так, ну и да, да, придется ехать прям долго и упорно. Вот здесь заправиться и дальше. Чик-чик-чик. Ничего, доедем, доедем. Ну, это, как говорится, другая уже будет история, поэтому будем на этом заканчивать стрим. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.